Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня со мной Светланка. Мы сегодня съездили с мужем в город, закупились, причем не на маленькую сумму закупили. Сейчас я вам все наши покупки покажу и все расскажу, так что далеко вы не уходите. Сегодня у Окси день рождения, конечно же, я купила ей подарок, который она хотела, но я вам его позже покажу. Так что оставайтесь с нами. Первые наши покупки мы купили решетку. У нас нет вообще ни шампуров, ничего такого нет. У нас все украли, можно сказать, с улицы. И мы вот такую вот в Пятерочку зашли, купили. Стоит недорого, 199 рублей. Будем скоро мясо жарить на улице. Дальше зашла, взяла свиную рагу по 77 рублей. На решетку убирай, Светик. На сумму вот этот вот пакетик на 81,62. Дальше свиную рагу на сумму 86,24. Дальше здесь на 95,20. И также взяла вот это вот почки свиные. Цена за килограмм 66 рублей. Здесь на 51,48. Ну и не могу же я без печени остаться. Печень свиная за килограмм 96 рублей. Вышла на сумму 57 рублей 22 копейки. Один кусок. И второй кусочек вот на такую сумму. Дальше в этом же магазине я купила вот такие деткам конфетки. Два пакетика. И набрала, ребят, разных приправ. Это разрыхлитель для теста. У нас Светик полюбилась ей стряпать. Поэтому набрала 4 штучки. И ванильный сахар. Остальное здесь все ванильный сахар. Вот такие вот покупки в одном магазине. Плюс порошок. Это я брала уже в магните. Ну, тоже здесь поставила, показала. Сейчас покажу остальные наши покупки. Следующие, дорогие друзья, наши покупки идут из магазина «Магнит». Излюбленный магазин, да. Это наш майонез, который мы очень любим. Вообще, «Мелодура» мне очень нравится. Дальше. Финская колбаска копченую немножко взяли. Потом... Три взяли курицы. Она была, по-моему, по 107 рублей или по 110, не помню точно. Вот три курочки взяли. Раз, два, три. Дальше. Муж взял вот такой вот кетчуп. У нас вообще кетчуп, кстати, закончился. Что-то я про это даже забыла. Я взяла деткам трубочки. У меня просили трубочки пить с коктейлем или что-то на праздник. Вот такие вот трубочки. Но сегодня мы их не будем распечатывать. На следующий праздник, да, ставим. Или на лето будет где-то. Потом взяла скотч. Скотч у нас улетает просто. Неимомерно. Дальше. Перец душистый, горошек. Это муж взял, что-то он хочет делать с ним. Для курицы приправку мы хотим. Вот, кстати, из курей хотим сделать шашлычки на улице. Потом перец горошком. Вот такой вот обычный, черный. Потом Светик у меня просила сметану. Я не знаю, ты, видать, пить что-то будешь, да? Что-то выпекать она хотит. Поэтому я два пакетика сметаны взяла 15%. Она недорогая была. И две булки тостового хлеба. Будут они делать тосты, как ее, в бургер. Ну, в аппарате, который нам с Германии прислали. Я не знаю, как он правильно называется. Как аппарат правильно называется? Для тостов. Для тостов просто. Ну, вот в нем будет делать. Они меня попросили, я купила. Это уже теперь постоянная у них покупка, когда в город я еду. Сейчас покажу, что мы купили в фикс-прайсе. Так, дорогие друзья, следующие у нас покупки из фикс прайса. Это муж себе взял 3 бич-пакета. На, Свет, отдай папе. Потом взял он... Возьми, возьми, чупа-чупс. Взял он вот такую фасоль. На, Света, папе тоже отдай фасоль. Он сейчас на работу пойдет. Дальше, потом... Взяли зарядник. У нас вот такой вот зарядник. Сейчас магазин все закрыт, и нигде не купите. У нас зарядников не хватает. Машинку принеси Ванькину. Потом... Мой излюбленный чай я купила. Потом дальше. Наушники Машеньки взяли. У Маши нет наушников. Машенька на свои наушники. Они 55 рублей стоят. Потом чупа-чупсы детям я покупала. Маша, раздай всем чупа-чупсы. Потом в фикс-прайсе взяла Ванечке вот такую машинку. Ну, вы во влогах у нас уже ее видели. Поэтому вот так вот. Так, это я позже покажу. Потом взяла себе пищевую пленку для... обертывание чего-нибудь там. Потом муж взял вот такие вот сухофрукты. Ой, еще один бич-пакет. Папа, на, еще один бич-пакет. И взяла себе вот такой кофе попробовать. Не знаю, нормально, ненормально. Без кофе не могу, ребята. Фасоль-то ты будешь брать с собой? Бери баночку. Так, потом взяла ребятишкам альбомы. Папа забрал фасоль.
Это сухофрукты у нас постоянно, это покупка, дети обожают их. Так, потом взяла альбомы, вот такой вот красивый. А, арахис, там получается что, смесь. И сухов... Папа меня исправил, не сухофрукты, говорит, а арахис. Ну, там смесь, да, Светик? Угу. Потом откроем, вам покажем. На, Света, убирай, то сейчас все посыпется здесь. Потом дальше взяла альбома вот такой альбомчик. Потом вот такой красивый альбомчик. У нас это тоже постоянная покупка, всегда берем. Вот такую вот, ребята, видела вышивку. Не помню, от какой фирмы. Очень нравится, поэтому я взяла, хочу себе этот альбом оставить. Тамаш, зарядник, вот твой зарядник на твой телефон. Все, забирай, это твой зарядник. Вилку найдем, да. Так, потом вот такой вот красивый тоже. Смотрите, какая красота. Так, и вот такой вот. И также увидела, там продавались игры настольные. Взяла вот такую вот, не знаю, потом почитаем, посмотрим. Дружные семейки. Посмотрим, вот как в нее играть. Тут, по идее, вот написано. Потом взяла вот такую вот игру. Пара на пару. Там вот такие вот карточки, я так поняла, внутри. Потом тоже испытаем, посмотрим, что за игра. Потом вот так вот, забавы в офисе. Не знаю, посмотрим. Поиграем, а то у нас игр, да, не хватает. Заняться нечем. Ты самая, та самая игра «Крокодил», «Понимание без слов». Тоже вот испытаем. Вот такие вот в целом у нас были покупки с Фиксапрайса. Уже все порастащили отсюда, почти ничего на столе не осталось. Ладно, сейчас покажу следующие покупочки. Следующие мои покупки, это вот такие вот, ребята, взяла спагетти. У нас очень любят варить спагетти, да? Света пробует фасоль. Я знаю, что ты такое не ешь, не трогай, это мы с папой только такое едим, вы такое не едите. Вот 5 пачек взяла спагетти, надо было больше взять, что я уже потом, когда домой шла, вспомнила, что надо было больше. Потом взяла морковку, да, вы мне постоянно говорите, сделайте мою морковку. Посмотрю рецепт, как делать, обязательно сделаю. И купила 3 селедочки соленых. И сейчас покажу еще следующие покупочки. Следующая у нас покупка, ребята, вот об этом портфеле мечтала Оксанка. Стоит он 650 рублей. Вот такой вот он красивый. Он блестит весь прям с блесками, видите? Вот такой вот школьный рюкзак будет у нашей Окси. Сейчас чуть позже я его подарю. Также я зашла в магазин, там увидела у них куколки. Вот такие вот, они чуть-чуть похожи, но они разные. Взяла Мариночки и Оксаночки, чтобы они не дрались. И вот здесь вот, Светик, помогай. Ты меня просила закладки взять, липкие. Вот липучие какие-то закладки. 36 рублей вот за такую упаковочку. И потом себе биндеры взяла, себе зажимы для бумаги разных размеров. И вот такой вот клей машинный. Мы мышку никак поймать не можем. Папа, вот такой клей надо было или нет? Влад. Там другой был, фиг его знает. Ну, испытаем. Тот, который мы покупали, клей, он не очень. Короче, Света распечатала тут куколку. Вот такая вот куколка. Маш, сдрисни. Ладно, вот такая вот кукла у нас. Красивая одна. И вот вторая. Да. А, это просто гольфы. На, тут ткань пришить, чтобы мы хотя бы это шортики получились. Вот такие вот куколки у нас будут в целом. Какую Оксане, какую Марине подарю? Да? Ну хорошо. Марине. Эту Марине? Да. А эту Оксане? Угу. Ладно, пойдем сейчас Оксанке подарки подарим. Вот такие вот, дорогие друзья, у нас были закупочки на сегодняшний день. Если вам понравилось, то не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. И всем пока-пока!